Сейчас я нахожусь в отеле Аманвелла. Это люкс бутик отель. Всего 30 вилл в этом отеле. Все они имеют бассейны. Отель имеет компактную территорию, такую напоминающую сад, много деревьев, есть зона бассейнов, есть два ресторана, один из них с красивым видом на пляж, на территорию, второй ресторан находится на пляже и включает в себя морепродукты и гриль-концепцию. В целом отель работает на завтраках, дальше питание по системе а-ля карт, есть отдельный бар, есть спа небольшое, ну и в принципе хорошая красивая локация в регионе Тангале, тут красивые пляжи с белым песком, с красивой водой, как и всюду, конечно же, волны, поэтому настраивайтесь на любителя. Дальше смотрите видеообзор и пишите свои запросы по Шри-Ланке, по отелям, по другим странам, авиабилеты, с этим всем поможем. Все контакты есть в описании к видео. И подписывайтесь на канал Отдыхаевы, ставьте лайки, комментируйте, будьте с нами. Значит, показываю помещение ресепшена и от входа сразу же с правой стороны находится лаунж-зона с баром. Вот такой вот красивый бар. Здесь коктейли, напитки, в вечернее время можно посидеть. Красивая локация. Открывается вид на океан, на территорию. Здесь же вот находится зона бассейнов. И рядом еще есть ресторан шри-ланкийской кухни, который работает также на завтрак для клиентов. В отеле есть два ресторана. Один шри-ланкийский и есть еще сифуд ресторан, сифуд барбекю. Значит, вот этот ресторан, в котором накрывают завтрак, с прекраснейшим видом. Локация с видом на океан. Это помещение называется библиотека. Значит, здесь можно посидеть, почитать книги. Здесь прохладно, здесь есть интернет, настольные игры. И такое прекрасное место для релакса. Едем на тук-туке по территории. Также гостей отеля могут возить на таком транспорте. Вот все виллы и такое вот перемещение по желанию. Показываю одну из вилл в отеле, это Ocean View Villa. Значит, при входе есть бассейн. Также вот такая софа возле бассейна. Заходим в комнату, двуспальная большая кровать. Рядом еще такое дополнительное место. Есть кресло. Тут же попадаем в санузел. Тут большая ванная, много зеркал. Гардеробная комната, туалет, душевая. И есть большая терраса. Терраса с видом на джунгли, на море и с лежачками. Пляж отеля находится немножечко в стороне, то есть нужно до него добраться. Можно пешком, можно взять тук-тук, который также есть в отеле, и попасть вот на пляж
отельный. Красивая вода. Там есть лежачки. И есть еще пляжный ресторан, бич ресторан. Прямо же здесь, в этом месте. Немножечко территории еще покажу на этом видео. Трава, пальмы. И вот такой вот бассейн.